Триумф 20П. Что мы имеем? Станок имеет в себе двухвальную систему пиления, что позволяет нам экономить на толщине пропила. Сверху устанавливается 10 пил, снизу устанавливается также 10 пил. На станке также есть модернизированная система автоматического опускания и поднимания ребух. Все это устанавливается с кнопки с данного пульта. Также на станке есть три когтевые защиты, на которых устанавливаются три концевых выключателя, которые обеспечивают дополнительную безопасность для сотрудников при работе. На станке есть с передней и задней стороны выходы под аспирацию, что заметно облегчает вашу работу и сбор опилок. Также есть выход под аспирацию снизу и два выхода под аспирацию сверху. Также есть возможность при заказе станка выбрать способ удаления опилок либо с установкой такого выхода, либо можно установить транспортер либо скребковый, либо ленточный. Идем дальше. Расскажу вам про крышки, которые закрывают валы. В них установлены самоцентрирующиеся подшипники, которые обеспечивают плавную работу валов. А также прошу обратить ваше внимание на данные направляющие, которые позволяют очень легко и просто снять и установить крышку. Станок изготовлен из листа металла толщиной от 12 до 16 мм, что обеспечивает его колоссальную устойчивость к вибрации, которые, в принципе, на станке отсутствуют из-за того, что все валы на станке идут закаленные, они все отбалансированы и позволяют беспроблемно заниматься распиловкой леса на данном станке. Теперь я расскажу вам про готовую продукцию. При правильной настройке и эксплуатации станка ступенька при двухвальном пилении абсолютно отсутствует, как вы можете это заметить, и качество доски получается экспортное.